А вот у автомобилистов претензии к однопартийцам Авакова. Уже два дня подряд около 200 активистов перекрывают дорогу возле парламента. Требуют снять с регистрации законопроект о введении платы за пользование дорогами для авто с иностранными номерами. Авторы такой инициативы – нардепы из Народного фронта. Они предлагают взимать на выбор или 2 евро в день, или 350 евро в год за пользование разбитыми украинскими дорогами. Кстати, соавтор этого закона – глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. Зачем ему новый налог на авто с иностранной регистрацией? Ответ на этот вопрос опубликовал у себя на странице в Фейсбуке правозащитник Сергей Наумович. Оказывается, у Бурбака общий бизнес с автомагнатом Тариелом Васадзе. Связывает их предприятие «Буковина Автоальянс». Нынешний нардеп с 2008 года был ИО директора этой фирмы, а конечным бенефициаром значится как раз Васадзе. Получается, все сводится к защите бизнес-интересов олигарха.